Брат Эдди Кириан. Сега Эдди Кириан. Поприветствуем брата. Нека го поздравим. Слава на Господа. Слава Богу. Преди малко си носих колана, даже някой ме пита, патрондаш ли носиш? Меня только что я с собой носил один ремень. Обаче Господ е верен. Но Господь верный. Плаках и се молих и една я поплакал, помолился, сестра и една сестра даже, кой беше, не знам. Подошла. Искам да ви кажа, че кръста ми е здрав. Хочу сказать, что поясница теперь мога уже... Мога да кликна, ти не можех да го правя. Исцелилась, уже могу приседать. Това е първото, а второто, за это което первое, исках... Это первое, а второе за то, что я бы хотел... Исках да свидетелствам. Засвидетелствовать. Аз много обичам да слушам също проповеди на много различни пастири, я защото... люблю слушать проповеди разных пастырей. Защото това е Господ всъщност, който говори чрез различни хора. Потому что в сущности это Господь, который говори, разговаривает через разных людей. Един от любимите ми, които слушам, и один пастыри, из моих любимых пастырей, которых я слушаю, се казва Уди Бъчъм. Его зовут Вуди Бъчъм. Няма значение. Черен, здрав, висок, голям мъж. Темнокожий, высокий, такой большой мужчина. И той говори за това, че ние сме били мъртви. И он проповедует о том, что мы были мертвы. В преди да познаем Христос. До того, как узнать Христа. И аз веднага си помислих, какво значи да си мъртъв. И я сразу начал задумываться, что значит быть мертвым. Спомням си преди години. И я вспомнил несколько лет назад. Една сестра ни помоли да отидем да се молим за мъжа, който беше умрял. Одна сестра попросила меня пойти помолиться за, ее мужа, который умер, то есть помолиться за воскресение. И когато отидахме в моргата, и когда мы пошли в морг, за първи път видях труп. Впервые я увидел труп. В смисъл, гол труп. Голова труп. Трупа. Човек, който е, няма душа вътре, человек, така да го в котором кажа. Нет души, так сказать. Празен. Он пустой. Виждаш една калъвка. Просто умрял. Видишь какой-то няма чехол, го. Он умер, его больше нет. Така, и няма значение какво случи тогава, но важното е, че аз си спомних, какво значи умрял человек. Не значение, что случилось тогда, но я просто понял в тот момент, что значит быть мертвым человеком. Я искам да ви прочита, какво пише Павел в Ефесяни. И я хочу прочитать вам, что пишет Павел в Ефесянам. И съживи вас... Втората глава, извиняй. Тук е по-лесно. На български, но... Добре. Докато почакаме, ще ви кажа, че в Ефесяни, втората глава, Ефесяни е едно от посланието към църквите, което е много добро. И може би трябва да четеме по-често това послание. Я бы хотела вам сказать, что к Ефесянам очень хорошая такая книга, ее почаще читать. Это первый стих, втора глава. Ако скажи, ще го прочити на русский. Първия стих, само първия стих. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления. Благодаря. Значи, съживи вас, които бяхте мъртви. Сега си представихте, кой е мъртъв вас, човек. Вас, которые были мертвы. Значи, мы сейчас представили себе, да, что такое не быть мертвым такива. Человеком, который был в морге, и Бъчъм мы, в сущности, казва, были такими. Бъчъм казва, не полужив, и этот пастор говорит, что мы были не полуживыми, мърда, не какими-то, кто утопает, мъртъв, но мертвыми людьми. И Бог поради неговата милост и Бог по своей милости нас оживил. Представляете ли си, какво представляете себе, что делает Господь? Значит, той, този, който съживи, он тот, кто неговата оживляет милост и благодат, по своей милости и благодати от нас, каждого из нас, бях потому что я също не был верующим 20 лет назад. 30. Няма значение, да. И има значение също. 30 години, са си 30 години, не ги давам, да. Благодаря на Бога. Тук съм, за да му благодаря. И я благодарен Богу, и я здесь для того, чтобы поблагодарить. Аз вярвам, че той изцелява. Я верю, что, той, что това он исцеляет. Това вече не ме впечатлява много. Да, вярвам. Это уже меня не так впечатляет, но, знам, но я верю. Знам, кой е Бог вече. И знаю, кто такой Господь. И искам да кажа, като Йов. И хочу Йов, сказать, как Йов. До сега ушите ми те чуваха. До этого момента мои уши слышали но тебя. Но сега аз те виждам. Но сейчас я вижу тебя. Което значи, имам пряк контакт с него. И это значит, что у меня есть прямой контакт с ним. Когато пеехме хваление. Когда мы пели и восхваляли его. И тези песни бяха от времето, което и ни хвалихме Бога. Эти песни были из времени, когда мы восхваляли Бога. Почти всичките бяха любимите ми песни. Почти все были моими любимыми песнями. И сълзите чакаха от очите ми. И просто слезы потекли духа из моего, из моих глаз. Мощно. И дух работал мощно во мне. Защото духът ми ревнува за потому това что мой дух ревнует да о том, повече, служить ему больше.
Все не ними се получало, това, което аз искам да видя. Иногда у меня не получается то, что я бы хотел видеть. И знаете ли, какво спокойствие дойде? Но пришло какое-то спокойствие. И Бог така, че не ми говори вътре и ми каза. И Бог проговорил внутри меня. Знаешь ли, какво съм ти приготвил? И сказал мне, знаешь, что я приготовил для тебя? Я сказах, не знам. Я сказал, не знаю. Освен спасението, что кроме спасения, това е най-голямото нещо, потому что което это ми е самое большое, что Господь нам дарит. Целият свят е твой. Я дарю тебе весь мир. Къде искаш да Он отидеш? Твой. Куда ты хочешь поехать? Я спорото нещо, което му казах. И первое, что я сказал. Искам да отида при целия си род, който е в Америка. Не защото е Америка. К своему роду, который в Америке, не потому что это Америка. А защото не са спасени. А потому что я знаю, что они не спасены. И той знаете ли, какво ми каза? И он знаете, что сказал? А той знае, че няма он за билет. Знает, что нет денег для билетов. Сега особено за тези билети. Тем более сейчас цены поднялись. Той ми каза, тръгвай. И он сказал мне, едь. То есть, имай вяра. То есть, пусть у тебя будет вера. И знаете ли, аз тръгвам. И знаете ли, я еду. В сърце, че аз тръгвам. В своем сердце я еду. Искам само да довърша, ако може. Извинявам се, че довершить. Е толкова дълго, но в четвъртък бях в затвора пак. В четверг я снова был в тюрьме. И пак излязах. И слово, снова вышел оттуда. Трябва да ви кажа, че 12 души. И хочу сказать, что у 12 человек, половината бяха мюсюлмани, половина из них были мюсюлманами, завършиха курс, они закончили курс, библейский курс, библейский курс, който се нарича Филип, который называется Филип. И в този курс накратко ще ви кажа, че и се чете Библия. И в этом курсе, коротко сказано, там мы читаем Библию. От началото до края. Сначала до конца. Урока. Это 24 урока. И в тях има отговори, които трябва те да напишат. И в них есть ответы, которые они сами должны заполнить. Книжките им ги подаряем и после им даваме свидетелство. И эти книжки мы им дарим и потом выдаем дипломы. В този четвъртък. И в этот четверг. Дадах 12 свидетелства. Я подарил 12 дипломов. На които 6 бяха мюсюлмански имена. И на 6 из них были мюсюлманские имена. За мен това е такава радост. И это для меня такая большая радость. Всички знаете, че арменци са били клани от Турция. Вы все знаете, что армяне были как резаны турками. И сега отивам на почивка в Турция. Пак и сейчас Божия я милост. Еду на отдых в Турцию, по Божьей и милости. На мен не ми е приятен този дух в Турция. И мне неприятен этот дух в Турции. Като почнат джамиите да реват. Когда и печи след обед. 5 пъти на ден. Джамии начинают кричать там. Обаче този път отивам с такъв силен дух. Но в этот раз я еду туда с таким сильным духом. И аз вярвам, че Бог ще ме използва. И я верю, что Господь будет использовать меня. И ще свидетелствам за Христос. И что я буду там свидетельствовать Бог о Христе. Благослови. Пусть Бог благословляет вас. Слава Богу.